Зимой, особенно в период обостренной эпид-обстановки, витамины полезны даже самому стойкому организму. Поддержать здоровье помогут деликатесы прямо с Камчатки. На прилавке у торгового центра «Премьер» большое разнообразие рыбных деликатесов. Выставка продажи икра и рыба камчатская вновь радует рязанцев. Более 35 видов рыбы горячего и холодного копчения с ароматом ольхи, вишни и яблони, что позволяет сохранить ее полезные свойства и придать особый вкус. Все нравится. Все, что есть, все нравится. Здесь вся рыба хорошая. Зубатку будем брать. Я думаю, что чевычу возьмем. И икру, наверное. Перед Новым годом мы покупали 2 раза даже. Нам очень понравилось. Очень вкусная рыба. И свежая, видно. Мы брали палтус, мы брали чевычу. Мы палтус брали и в других магазинах. Но вкус совсем другой. Это намного вкуснее. Или, я не знаю, может быть, та уже залежалась, а это, мне кажется, посвежее. Для профилактики и лечения модных нынче вирусных заболеваний предлагают самые разные лайфхаки, в том числе особые диеты. По словам врачей, более тяжело заболевания протекают у людей с дефицитом витамина D. А этим витамином как раз богата морская рыба. Например, чевыча, которую еще называют королевским лососем. Мы икру купили, белорыбицу и чавычу кусочек. Уже несколько раз покупаем, очень вкусно. Икра считается чавыча самая крупная, очень вкусная. Витамины, микроэлементы, омега-3 в обязательном порядке. Нам, таким пожилым людям, обязательно нужно кушать икру и рыбу. И это очень, очень приятно, что такая забота о нас. За икрой, за рыбкой, для ребенка. Даже не пробовала ни разу. Но запахи аппетитные. Большим спросом у покупателей пользуется и икра. Такой вот контейнер богат фолиевой кислотой, витаминами, микроэлементами и полезными для организма аминокислотами – омега-3 и омега-6. Состав – естественный. Только икра и соль. Выставка продажи икра и рыба камчатская будет работать до 20 февраля включительно. Так что у вас еще есть время пополнить свой витаминный запас. Герман Гущин, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».